Дальше у нас... Огуречный пирог с квединой. Ну что, попробуйте, как и остальные мои проекты. Твои остальные проекты? Похоже, несколько булавок забыла. Простите, у вас что-то на пиджаке. Ну, пожалуйста. Привет, сестра! Чего как в воду опущено? Я отравила школьного учителя опять. Огуречный пирог? Огуречный пирог. Мне не даются уроки домоводства. Если я каким-то образом не повышу свою оценку, меня отправят в летнюю школу. Ну что ж, наверное, я готова. Но как мой учитель это увидит, если он все еще в больнице? Погоди! Так, это мы сюда, а это мы сюда. Пардон? А это вот сюда. Класс! Домашние дела со скрипиной! Мир вашему дому, зрители, включая тех, кто, допустим, находится сейчас в больнице с отравлением. Вы увидите всякие приколюхи по домоводству, тянущие по меньшей мере на 3 с минусом. Итак, первый. Встряхивание и застилание простыней. Первое, что надо сделать, убрать все с кровати. Дедрик, мне надо заправить постель. Дедрик! Встряхивание и застилание простыней со специальным гостем Дедриком. Нет, нет, простынка должна быть идеально гладкой и в натек. Вы застелили кровать моей старческой кожей? Ну, я попал. Но зато нет морщин. Нет, ну это точно на пятерочку. А? Что это такое? Разряд. На старт накрыли марш. Сервировка стола. Специальный гость папа. Вам очень повезло, что я был чемпионом по сервировке стола в школе. Да, меня тогда звали горячими щипцами. Ха, не суть. Вся соль сервировки в умении отличать и раскладывать вилки в правильном порядке. А сколько именно вилок? Все, что есть, детка. Ой! Внимание! Марш! Столовая вилка, вилка для салата, вилка для фруктов, вилка для креветок. Сама ты креветка. Вилка для стула, двойная вилка, невидимая вилка. Очень-очень много вилок спустя. Леди и джентльмены, и учителя домоводства, вы когда-нибудь видали такую безупречную сервировку? У-ля-ля! Ледина, помоги мне! Выдвижная вилка, старушечья вилка, вилка-камертон, вилка-подъемник, вилка-змей, вилка-распутье, вилка-56, огнутая вилочка и еще одна вилка. Ты 2 часа раскладывала столовые приборы. Теперь настало время положить самую последнюю вилку. Вилка? Но это ведь ложка. Правильно! Прелестно! Ты не только знаешь все виды вилок, но еще и знаешь, что ими не является.
обещал 5000 клоунов для шоу Патрика. Значит, ты дашь 5000 клоунов в пятницу для шоу Патрика. И без клоунства! Я слишком стара для этого, миссис Стичи Боттомс. Еще одно крутое шоу, да, сестра? Эй! Сквидина, что случилось? Возиться с шоу Патрика каждый день очень изнурительно для меня. О, понятно. Кажется, мне не хватает еще одной пары рук. Так что же ты молчала? Вот они! В том смысле, что нужен помощник. О, да-да, и я точно о том же. Мои руки, ты нашел их. Спасибо, сынок, спасибо. А теперь за работу. О, да, то, что надо. Еще позже. Дальше. Я пришла на собеседование. О, мам, дальше. Я вкусный. Дальше! О! Дальше! Дальше, говорю! Ой, я тебя не заметила. Фентин Финкель. Так, Фентин, тут сказано, что ты младше меня и ты ниже меня. По детским законам ты должен меня слушаться. Я люблю телек. Ну, тогда все. Добро пожаловать. Стажировка начинается завтра с утра. Спасибо, спасибо. Рычага – своя функция для гладкого течения шоу Патрика. Этот, например, кидает Патрику бензопилы. А это сдвигает его на клетку. А этот зачем? Это смешная колотушка. Постарайся ей не злоупотреблять. Прервался? Нужна новая вставка, причем срочно! Время идейного кирпича! Кукла-корок! У нас будет кукольное шоу! За мной! Этот проход ведет сквозь весь дом. Так я не лезу в кадр, но и попадаю куда нужно. Я тут голодный. Лапай! Расти большой и колючий. Куклы в той стороне. Эй, подъем, ленивые куклы! Как у вас дела? Ну, привет, Патрик! С возвращением в Ветчинное Королевство! Вовремя ты появился, король отбивных! Есть хочу! Ты всегда хочешь есть! Забрасывай еду мне в рот! Ладно, а Лоизи? Пст, Фентин! А? Ну, ладно. Кушать подано! Эй! Ты напористее, чем раньше! Ты самозванец? А? Я самозванец? Я не знаю, что тут правда. Спасибо. На этом шоу окончено. О, наконец-то. Вот так, Фентин, мы и делаем шоу Патрика. Есть вопросы? Да, кто Патрик? Ах, да, это он! Похоже, ты произвел впечатление. Раз
Другое дело. Эфир! И 5, 4, 3, 2. О, нет! Никакого шоу без моей мороженки! Злобный мороженщик, я тебя одолею! Если хочешь что-то сделать, придется брать все в собственные щупальца. Шоу продолжается! Приветствуем нашего Патрика! Сегодня речь пойдет о врагах! Враги есть у всех. Порой я враг собственной сестры, когда веду себя как недотепа и все порчу. А теперь взглянем на запись тех времен, когда я не был упрямым проходом. Дайте мне третью камеру и включайте музыку через 3, 2, 1. Эдина, спасибо, что пригласила меня участвовать в шоу Патрика. Я так рада! Ну, конечно! Надеюсь, ты готова? Как только он закончит свой номер, выходи. Малыш хочет бутылочку! Я наконец-то стану звездой! О, спасибо! Так, Перл, у тебя есть 30 секунд, пока Патрик меняет свой костюм. Ну, может быть, 45 секунд. Дамы и господа, сегодня впервые в шоу Патрика перед вами выступит Перл! Еще! Скучно! Но не волнуйся, когда Патрик закончит, у тебя будет еще шанс провалиться. В смысле удалиться, то есть поразить их. Мы добавляем яичный белок, немного мускатного ореха и вуаля! Вот как надо менять шины на вашем катере! Если снова получится плохо. Не бойся, пришпорь морского конька и плёточкой его. Ты только по себе не попади. О нет, снова начинается. Надо прибавить оборотов. Ну, хотя бы драматический финал. Патрик! Патрик! Давай, Патрик, шоу должно продолжаться! Здравствуйте все! Это дом семьи Стар. Настало время... шоу Патрика! С его недремлющим ведущим... мной! Сегодня я дам вам парочку уроков мини-гольфа. 4, 5, 9!
Надо попробовать клюшку для гольфа. Так, ладно, я скоро вернусь. Зажигай, скветина! Патрик, у меня боязнь сцены в четвертой стадии. Ну же, народ, учите текст. Время – деньги. Скветина Стар! И твоя игра? Под названием «Залысины на темени». Не так! Зависимость времени. Встречайте, друзья, наш мозговитый резидент Сэнди Чикс. Зависимость времени – это когда ты летишь в прошлое, чтобы изменить объект в настоящем. Сегодняшний объект – обычная чашка кофе. Ты вернешься в момент изобретения чашки кофе. Итак, ступай и измени настоящее. Измени настоящее. Моя делать чашку кофе. Прости, пещерный Стар, я хочу выиграть в телеигре. Удалось? Нет, чашка все такая же. Давай назад! Возрождение! Что случилось? Никаких мыслей. Нет! 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 Не-а! Есть! Я пошутил. Нет. Нет, нет. Ну вот, я разнесла всю историю и ничего не изменилось. То есть чашка кофе не изменилась. На помощь! Я все исправлю. Теперь все по-прежнему? Да, почти что. Эта чашка кофе никуда не денется. К следующей игре! Есть! Вот как надо строить укрытие в походе. Может быть, папа был прав? Тот, кто живет в лесу без приборов и прибамбасов, просто глупец. Я не про вас говорила. Скветина, где же ты? Тут бродит монстр, который хочет тебя съесть! Это монстр! Это не монстр, это моя дочка! Скветина? О, какое счастье! Знаешь, я хотел бы поменять трусы! Моя дочь и есть монстр! Бежим! Пожалуйста, Скветина, можешь съесть моего парня. Он, можно сказать, и не жил еще. Да, ешь папу! Он достаточно пожил. О, я никого из вас не хочу есть. Я просто хотела вам показать мое укрытие. Сестренка, если ты просто хотела показать нам укрытие, почему ты издавала такие страшные звуки? Я говорила на языке из ободов. Когда я встретила их в лесу, я несколько минут изучала их язык, перенимала их манеру одеваться и стала их вожаком. С их помощью я смогла построить укрытие своей мечты. Come on!
Вот это жизнь на дикой природе! Победителем шоу «Превозмогая все» становится Сквидина! Согласен! Я обращаю ваше внимание на кирпичи, висящие над аквариумом, и на пушку, направленную прямо Патрику в голову. Кирпичи упадут, и пушка выстрелит через 10 секунд. Сможет мой брат спастись или не сможет? Сброс. Как все приятно обрушилось. Морской окунь, Патрик, канат потерян. Как ты там? Ты записываешь? Я здесь, и камера тоже здесь. Кажется, меня принесли в гнездо какого-то чулкодактиля. У них время обеда! На вкус шерстяные! Стой! Чулкодактиль? Патрик, похоже, ты уже не в диване! Да тебя забросили в комод! Не бойся, братец! Я найду тебя, обещаю! Вперед, как хочешь! А я буду искать пульт дальше! Он должен быть где-то! Что не так, милая? Патрик ушел в диван за пультом, но я потеряла его в комоде! Миленько, это твой воображаемый друг? Что? Нет, он твой сын! Да? Мой воображаемый сын в беде? Я сейчас же иду за ним! Это займет время. Мы вернемся сразу после рекламы. Ну, что ты узнал за день, Патрик? Больше никакой работы. Слишком хлопотно. Я знаю, как получить одобрение свиньи. Снимать свое шоу. Точно? А с этим тогда что? Отпусти, ах ты. Эй, следи за языком. Нас же дети смотрят. Брат, во что поиграем? Давай в прялки! Может, все-таки лучше в прятки? Никогда не слышал. Это трудно? Разберешься по ходу. На старт, внимание, прячься! Прячься! Раз, два, три. Не понимаю, куда же мог спрятаться проказник Патрик? Может быть? Может быть? Нашла тебя! Что? Как? Ну ты даешь! Моя очередь прятаться! Эй, ты должен искать! Ты считай, а я спрячусь! Теперь понятно. Раз, два, в, банан. Раз, два, три. Эй! Вы двое сбиваете меня со счета. Эй, ты! Ты пропустил цифру. Мы тебе поможем. Мы отлично умеем считать. Ладно.
Одни платиновые часы, две серебряные запонки, три золотых зуба. Даже не верится, что в этом парке нет площадки для детишек. Извини, пап, игра в прятки. Ха-ха, на ловца и зверь бежит. Мы собрались здесь, чтобы почтить... Меня! Находителя Сквидины! Есть ты водишь! Есть ты водишь! Пойте! Чтобы драться даже в шутку, нужно надеть мягенькие рукавички, которые я сделал. Ух ты! Ты водишь, сынок! Вот ты где! А я закончила твой грим! Опа! Я красавчик! Но ты опоздал! Шоу уже 5 минут как должно идти! Сквидина, я не могу выступать сегодня, пока я не повторю сон моей мечты! Знаешь, у меня тоже была мечта! Мамы мечтают? Да, Патрик, я была тогда маленькой девочкой. Ты была маленькой девочкой? Да, Патрик, я мечтала о том, как бешено несусь по трассе на гоночном автомобиле. Я мечтала о победе в гонках. Я мечтала о том, что стану... Гоночной машиной! Вообще-то я... Больше ни слова! Я не позволю, чтобы твоя мечта умерла так же, как моя! Моя мама станет гоночной машиной! Я мечтал о том, что стану автогонщиком, а не гоночной машиной! Итак, это последний дом в окрестностях и последний шанс получить конфеты. Нельзя оплошать! Да! Сласти напасти! Сласти напасти? Угроза с целью выкупа, верно? Огонь, выливай! Да, хозяин! Я со вкусом овсянки. Возьми себя в руки. Мы не за овсянкой пришли. Конфеты будут наши. Все вышло, все вышло, все вышло. Да? Привет, я из газовой службы. Пришел проверить счетчик. Вы вовремя. Монстр уж неделю как надышался чего-то. Вот его счетчик. Я не знаю, сами посмотрите. Не учите меня делать мою работу. Давай, где же конфеты? Везет фасолька в желе. Сласти? Дай мне. Молодец, губка-монстр. А теперь покажи гостям свое и эх. Привет, я Патрик. Вы не выставите меня из дома! Я в вашем телевизоре! А других программ там нет? Сласти! Хозяин, спасите! Сласти? А теперь... Только для нас мы нарисуем конфетку. Сласти! Ну, Патрик, как нам быть? Ты возьмешь банку конфет. Или возьмешь загадочный приз. Пришла пора торговаться. Не, мне все нормально. Я хочу только сласти. Всем пока!
Ух ты! Как мы вернулись! Я не знаю, но я добыл сласти! Просто шик! Но мне чур те, что с орешками! Или те, что с чудо-фруктами! Нет, стой! Лучше с какао! Сласти на пасти! Эй, а ты уверен, что так и надо? Должно быть. Все детишки давали нам сласти. Может, оставить немного Патрику со сквидиной? Нет!